Саженцы яблони декоративны, а лавы растая, имеют очень красивую массивную крону, украшаемую пышным цветением, достигают высоты до 4,5 метров. Пик цветения приходится на май. В это время на кроне распускается множество соцветий розового и фиолетового оттенков. Плоды формируются и начинают созревать сразу после того, как период цветения завершен. Поскольку дерево носит декоративный характер, плоды здесь очень мелкие, не превышают в объеме 3 см. Растение очень требовательно к составу почвы, земля не должна быть заболочена или перенасыщена влагой. Яблоня декоративная ала – это многолетнее растение высотой 500 см. Дерево лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола яблони декоративная ала можно отнести к группе высокорослые. Расцветает яблони декоративная ала в месяц май. Цветок окрашен в розовый цвет. Весенняя окраска листочков зеленая с пурпурным оттенком. Летом листва зеленая, осенью листва коричневая. Яблони декоративная ала имеет поздний срок созревания. Плоды яблони созревают в месяце сентябрь-август. Форма плода округлая. Цвет плода красно-багряный. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что яблони декоративная ала – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.